представителей Беларуси на конкурсе песни «Евровидение 2017». Группа «Нави Бэнд». Привітанне Віцебск, привітанне жыхары Віцебску і фестывалі удзельнікі славянскі базару Віцебску. Ууу! І ўсё вместе я змешала ў адзін мікс. Давай, можа, ещё раз. Не-не-не, мне так падабаецца. Так класна, канешне. Сегодня вы увидите наше исполнение песни «История моего життя», но у нас будет еще и хореографическая поддержка от Димы Залесского и ребят. Я думаю, что это будет очень классно. Тому пляскайте в долоне, и поцелунки, и обдымки. История моего життя будет святитящая. Круто, что нас так встречают тепло люди, на концертах поют песню, очень классно. Уже сейчас мы наблюдаем тенденцию, что молодежь очень любит и слушает белорусскую музыку. Мы бы очень хотели вырастить вот такое потрясающее поколение, которое будет ведать мову, спевать на ее и не ведаю, что-то робить свое и подтримливать так само белорусскую культуру. А вы вчера уже выступали на сцене Славянского базара. Не показалось ли она вам после сцены Евровидения маленькой? Ну, на самом деле, мы сейчас понимаем, что вот после Евровидения сейчас на любую сцену выходи. И уже ничего мы открыты, не страшно. Мы не боимся, потому что конкурс все-таки тебя немного сковывает. Сковывает, и вот, это, вот этот червячок того, что тебе нужно не просто спеть, а нужно какой-то результат показать. И тебя оценивают, да, очень сильно. Да, это очень так давит. А сейчас ничего не давит. Мы поем свою песню для людей, люди нас поддержат, это прекрасно. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.